Наши новости начинают работу в эфире. В студии Евгения Доровская. Здравствуйте. Смотрите в выпуске. На Клюшку, где после закрытия дворца зрелищ и спорта будут тренироваться хоккеисты. Андроновцы не сдаются. Почему жители выбрали народное финансирование объектов села? Урожай уже качают. В связи с чем и насколько подорожает килограмм меда? 20 спорта в Барнауле опечатан. Утром приставы закрыли здание по решению железнодорожного суда, которое было вынесено накануне 7 августа внепланово. Многие сотрудники Дворца спорта о неприятном сюрпризе узнали сегодня, придя на работу, и в состоянии шока экстренно вывозили имущество, рассказывает Анастасия Дороган. Ждем, что скажут. Опечатывают все двери, нас, наверное, попросят на выход всех. Все. Что дальше будет, неизвестно. Все утро на сумках. Оставаться здесь или куда-то идти, но куда? Сотрудники в шоке не покидали фойе до последнего. В замешательстве и директор хоккейного клуба «Алтай» Дмитрий Чекалин. Спортсмены вывозили имущество ночью после оглашения судебного решения. Об этом заседании никто во дворце не знал, ведь следующее по плану должно было быть в сентябре. Вы даже не дергались вот в этом плане? Ну, вот не дергались, тем не менее. Читайте решение, сколько будет решений. Сколько там нарушений уже, исходя из этого. Вы же должны их устранить. Именно к сентябрю здесь должны были ликвидировать нарушения противопожарной безопасности, которые обнаружили весной. А именно загроможденные пути эвакуации, закрытые входы, деревянный потолок. К тому же подвальные помещения эксплуатировали без системы дымовыведения. Всего 16 пунктов. В июле на суде руководство дворца настаивало на почти полном соответствии нормам. Но в МЧС посчитали, что устранено лишь одно нарушение из списка. Тогда судья дал еще месяц времени. Теперь ликвидировать нарушения будут в пустом дворце. Офисы переезжают в другое здание. Хоккеистов пока приняла карантин-арена. Все это прогнозируемо было. Это, как говорится, снилось в страшном сне. Это, что случилось, то случилось. Тренировочный процесс, он что здесь, что там. Как бы, а вот когда будет, если нам придется принимать игры первенства России на карантин-арена, там маленько придется это уплотниться. Руководство дворца сообщило нам, что экспертизу, которая и должна установить количество реальных нарушений в здании на данный момент, ждут еще после июльского суда. Сегодня мы эти раздевалки и служебные кабинеты вывели оттуда. Значит, подвал полностью закрыт и не эксплуатируется. Значит, и второй вопрос – это по потолку, который находится на ледовой арене. Но эти деревянные конструкции, они пропитаны, значит, специальной жидкостью обработаны, что они не горят. Тем не менее, прокуратура железнодорожного района, основываясь на данных МЧС, скорее всего, посчитала, что во Дворце спорта существует реальная угроза для людей, которые там находятся. Поэтому и состоялось внеплановое судебное заседание. Вероятно, владельцы здания не смогли опровергнуть доводы надзорных органов. Мы будем следить за развитием ситуации. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, наши новости. В крае в ближайшее время может появиться еще одно министерство информационных технологий. Предположительно, оно будет создано на базе управления связи и массовых коммуникаций. В Рио губернатор Виктор Томенко заявил сегодня об этом на встрече с IT-сообществом региона. Обсуждали ключевые вопросы сферы информационных технологий. Приоритетной задачей стала реализация на территории края федеральной программы «Цифровая экономика». Она предполагает внедрение IT-технологий во все сферы экономики, в том числе в ключевую для региона сельское хозяйство. Эксперты подчеркивают, сегодня информатизация агропромышленного сектора региона составляет всего 1%. Цифровая экономика. Я бы сказал все-таки, что это понятие условное, подразумевающее, что все современные достижения развития цифровых технологий, информационных технологий, все современные достижения в области связи, переработки, хранения, передачи информации используются в самых наших обычных, привычных областях жизни. Для успешной реализации в крае федеральной программы может понадобиться новое ведомство, которое и займется развитием IT-отрасли. Над созданием Министерства информационных технологий Виктор Томенко обещал подумать осенью.
Народное финансирование вместо бюджетного. Из-за недостатка последнего выбрали жители села Андроново Тюменцевского района. Об этом населенном пункте мы не раз рассказывали в нашем эфире. Весь прошедший год жители села не прекращали посылать письма в различные инстанции. Боролись за свет, воду, образование детей в родном селе. Но этим летом начали бороться за культуру и сами ремонтируют местный клуб. О селе, которое не сдается, расскажет Анастасия Дороган. Как пионер, как это? Я тех выпусков. Энтузиазм по-советски переживают жители Андронова. Каждый день в клуб культуры. Он был закрыт 10 лет. Ждал ремонта, а дождался, когда лопнуло терпение жителей. Именно они перекрыли здесь пол, покрасили окна, чистят стены. Здесь вот стояла какая-то топка. И из этой топки все дымило, все и все это, все чернота, все сюда летело. Ну, когда-то оно было прекрасное, мне кажется, а сейчас оно в ужасном состоянии. Его надо восстанавливать, оживлять. Сотни квадратов, но стройматериалы жители покупают сами. А вот на печку, даже БУ, у людей денег нет. Поэтому и появился проект краудфандинга, добровольных взносов. 220 тысяч рублей, собрано почти половина. Взамен можно вписать свое имя в историю села, купить открытку или украшение. Все ручной работы. Из атласных лент, из органзы, бусинки делала своим детям. А тут, кто увидели, попросили, вот сделаю. Бороться за село привыкли. Лишь так за год добились подключения нового насоса в водонапорной башне. По краевой программе 100 скважин его ждали к прошлому июлю. Вяло, с продлением госконтрактов, работы шли весь год. А люди набирали воду по ночам, днем напора не было. Зимой Марина Зюзляева, как и все здесь, топила снег и писала письма. Появилась вода только этим летом. Мы настрадались, но, честное слово, с этими бутылками мы каждую ночь набирали, полночи не спали. Это была вообще катастрофа какая-то. А пока была старая скважина, насос качал воду по капле и съедал электроэнергии на 20 тысяч рублей ежемесячно. Жители платили, только дальше муниципального коммунального предприятия деньги не шли. К лету долг села достиг 200 тысяч. Прежде его помогали гасить меценаты, в этот раз вступились власти после обращений. МУП, комхоз, они эти деньги не возмещали, они на контакт не идут, на претензии на мои никак не отвечают, которые я им направляю. Помог район. Сейчас долго нет. На сегодняшний момент мы даже ушли в плюсы. Жители стоят горой за школу. Год назад, когда ее кровля протекла до первого этажа, люди слали письма, чтобы ремонт сделали. Власти района и края обещали открыть здание к прошлому сентябрю, затем январю, марту. Детей возили в школу в соседний поселок. В Андроново учебу возобновят осенью для начальных классов. Школу реорганизовали. Жители узнали об этом из таблички на здании. Директор школы, она утверждает, что у нас нет детей. Ну, как нет детей? Ну, 34 или 35 детей, это разве не дети? Ну, я считаю, что как бы у ребенка есть право учиться дома, хоть сколько их там будет. Узнать позицию властей не удалось. Глава района Иван Диц через секретаря отказал нам в приеме. Тем не менее, андроновцы будут и дальше бороться за образование до 11 класса в своем селе. Говорят, таким сплоченным поселок не был никогда. Вдохновляет и то, что незнакомые люди помогают собирать деньги на ремонт клуба. Осталось 124 тысячи. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин, «Наши новости». Цена за килограмм меда в этом году может подняться более чем на 100 рублей. Да и в целом объемы сладкого продукта, который вовсю качают пчеловоды, могут сократиться. В чем причина и какой мед уже стоит дороже, выяснял Илья Кочетков. Вот он, урожай 2018 года. Мед готов к откачке. Андрей Щеглов занимается пчелами уже 14 лет, с самого детства. Говорит, чтобы они принесли достаточно много меда, имеет значение все – погода весной и летом, уровень влажности, даже атмосферное давление в нужный момент. Его пасека, что называется, специализируется на разнотравье и гречишном меде вокруг поля Калманского района. Были опасения, что холодная весна помешает полноценному медосбору. Пчела начала работать, как говорят пчеловоды, только в июне, но, похоже, обошлось. Контроль ульи показал у меня 5 килограммов 1 числа. Это за день улей смог принести того вот нектара, так сказать, с поля 5 килограммов. Это много или мало? Это в среднем, можно сказать, что хорошо. Как говорят специалисты, в Алтайском крае 7 почвенно-климатических зон. Благодаря этому даже в самый плохой год где-нибудь непременно будет урожай. И если на равнине больших проблем нет, это подтверждают участники традиционной медовой ярмарки в Барнауле, то с таежными видами нынче непросто. Холода пришлись на время цветения главных диких медоносных растений. Результат – и без того более редкого таежного меда в этом году собрали меньше на треть. Выросла и его цена.
Если в среднем в том году можно было встретить дягель в районе 550-600 рублей, то в этом году до 700 рублей цена подросла. На равнинные сорта цена осталась прежней – от 200-300 рублей за килограмм. Сергей Тастан, председатель Краевого союза пчеловодов, уверяет, сильного скачка цен в этом году все же не будет. Оптовые цены и вовсе останутся, считает он, на прежнем уровне. На данный момент продано 1500 тонн алтайского меда, в том числе за рубеж. Общий объем этого сезона Тастан также прогнозирует на уровне прошлых лет. От 5 до 7 тысяч тонн мы думаем, но все зависит, вот опять, какие природно-климатические условия будут вот в тот сейчас вот промежуток времени, когда до последней качки. Андрей Щеглов, в свою очередь, с надеждой смотрит на работающих пчел, которые, пользуясь хорошей погодой, без устали собирают нектар с окрестных полей. Если все сложится удачно, он рассчитывает в этом году получить по 50-65 килограммов с одного улья. С 80 ульев это больше 4 тонн сладкого продукта. Илья Кочетков, Александр Андропов. Наши новости. Ну, продолжение темы сразу после наших новостей в программе «Наше время». Речь пойдет о качестве, объемах и ситуации на медовом рынке. Продолжим. Пожалуй, каждый начинающий врач знает, насколько ценными могут быть советы и опыт наставника. Почетный нейрохирург края Александр Репкин своим примером воспитал не одно поколение специалистов, которые успешно работают по всей стране. В этом году ему исполняется 80, но он по-прежнему оперирует, дежурит по ночам и консультирует пациентов. О трудовом пути длиной почти в полвека расскажет Анастасия Берценева. Ну, вы скажете, когда? Конечно. Александр Афанасьевич Репкин тщательно готовится к очередной операции, на этот раз на позвоночнике. Коллеги и пациенты давно нарекли его руки золотыми, ведь на счету медика несметное количество спасенных жизней. А начиналось все в 60-х годах прошлого века с должности терапевта в одной из районных больниц края. В 1970-м Репкин перешел на службу в краевую больницу скорой медицинской помощи. Тогда и решил углубиться в сферу нейрохирургии, встав у истоков организации отделения, которая сегодня является самым крупным в крае. Ну, человек, который перенес эту операцию, которую мы делаем чуть ли не каждый день. Несмотря на то, что Александр Афанасьевич старейший практикующий врач, он ежедневно в среднем проводит по 3 операции. Тяжело и морально, и физически. Но это нисколько не убавляет желания работать, ведь главное – помочь пациенту. Поступают тяжелые больные, иногда травма бывает несовместима с жизнью, к сожалению. Поступают и такие больные, и мы их вынуждены оперировать, делать репанацию черепа, пытаться сохранить им хотя бы здоровье, жизнь. Свой опыт и свои знания Александр Репкин старается передать молодому поколению врачей. Добавляет, главное не бояться. Ведь не секрет, что операции на головном мозге или позвоночнике являются самыми сложными. Одно неверное движение, и больной может погибнуть, либо остаться инвалидом. Поэтому врач обязан регулярно повышать свою квалификацию, перенимать опыт и практиковаться. Говорят о том, что от работы устают, что накапливается уже. Человек утрачивает сострадание. Какие-то негативные моменты преобладают, но у Александра Афанасьевича вот именно терпение, видимо, то, что его отличает. Поэтому работать с ним комфортно, все четко, быстро. В свои почти 80 Александр Репкин не спешит уходить на пенсию, еще полон сил. Говорит, никаких особых секретов сохранения молодости нет. Главное – любить своих близких и делать зарядку по утрам. Именно такие простые вещи, по его мнению, наполняют жизнь смыслом и желанием работать во благо. Анастасия Бертенева, Павел Лауренин. Наши новости. Сразу два спортсмена с Алтая представят страну на чемпионате Европы. Полина Миллер и Сергей Шубенков вступают в борьбу за золотые медали турнира. Полина намерена покорить дистанцию в беге на 400 метров. Сергей – 110 традиционных метров с барьерами. Об этом и других не менее важных новостях из мира спорта прямо сейчас расскажет спортсмен Станислав Сергеев. Станислав, вам слово. Спасибо, Евгения! Безусловно, сейчас внимание всей спортивной общественности планеты будет приковано главным стартом Старого Континента. Оба спортсмена, и Полина, и Сергей, вправе рассчитывать на призовые места. Особенно Сергей, все-таки сейчас барнаулец – лидер мирового сезона.
Шубенков вступит в борьбу в пятницу. До этого пропустит забег первого круга. Начнет выступление сразу же с полуфиналов. Это потому, что наш земляк входит в топ-12 европейского рейтинга с сезона. Впрочем, судя по настрою Шубенкова, ему без разницы, кого, когда и кого обгонять. Вот прямо так и заявил. Всех порвать и с хорошим результатом. Ждать развязки осталось недолго. Пожелаем Сергею и Полине традиционно только побед. Так вот эту самую победу наконец-то дождались поклонники барнаульского «Динамо». Целых 3 года сине-белые никак не могли одолеть неуступчивых забайкальцев. Это свершилось! По-другому и не скажешь. 3-0 за 3 года ожиданий. Вот такой итог противостояния против Читы. Правда, это уже не те быки, что были раньше. Но кого это сейчас волнует? Именно отличившихся Максим Аксенов, Константин Погребан и Владимир Завьялов. После этого «Динамо» с 4 баллами в багаже идет на 2-м месте в известном чемпионате 2-й лиги зоны «Восток». На этом у меня все. Эти 2 с небольшим минуты вы провели вместе со мной, Станиславом Сергеевым. Желаю вам позитивного мышления, амбициозных целей, а главного – чемпионского настроя. Эстафетную палочку передаю вновь в студию. Евгения? Спасибо, Станислав. И в завершении выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин Форте Эвалар. Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин Форте Эвалар. Почувствуйте разницу. На всей территории края ясно и без осадков. 25 выше 0 в Бийске, Заринске и Белокурихе, 27 в Рубцовске и Змеиногорске, 28 в Славгороде. В краевой столице тоже ясно, при этом ветер по-прежнему северный. В ночное время 12 выше 0, днем 25 со знаком плюс. У меня все новости к этому часу. До встречи. Илья Иванов воевал на Западном и Центральном фронтах. В 43-м году в Киевской области он отразил несколько вражеских атак и удержал рубеж до подхода подкрепления. За 3 дня боев сержант уничтожил из пулемета 75 немецких солдат. За образцовое выполнение задания ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Имя Ильи Иванова увековечено на мемориале славы в Барнауле.